подожди, сейчас подожди, секундочку, выйду в себя, вот Дэвид. Я знаю тебя, ты не потом... Ты подожди. Да, подожди, кто еще такое интервью возьму? Я по блату, блядь. Что, снимаем? Леш, привет. Привет, да. Я сегодня репортер канала Иван. Привет. Как тебе хип-хоп Майдэй в этом году? Как обычно, хорошо. Что, ты вспотел? Да. Ты сильно потеешь? Бывает, да. После Екатеринбурга особенно. Это, наверное, потому что ты много работаешь на сцене, правильно? Да, да. Вот, видите, как надо отрабатывать свои бабки. Хорошее интервью, мне нравится. На самом деле, какие планы, какие релизы, что нового? Ну, что-то, что-то. Что планируется? Жить. Хотя бы, блядь. Не, ну клипы, альбомы. Ну, клипы, альбомы, песни, да. Когда, ближайший релиз? Когда? Как только. Извините, а просто... Когда ближайший релиз? Сейчас до меня, не понимаю. Я не знаю, когда, правда, как получится. Когда новый клип? Ну, как, ну вот когда-нибудь, как снимем сразу будет. Что ты расскажешь про EP Гусли? Не знаю, ничего пока не могу рассказать. Но начали уже писать? Нет. Ну, начал, Вадик начал, я нет. Это как обычно, да? Да.